Ключом к развитию северов является содержание и соответствие причальной инфраструктуры всем требованиям с тем, чтобы могла быть нормальные поставки материалов, товаров, необходимых продуктов питания ритмично осуществляться. Здесь в Оссоре это ключевая проблема, потому что многие годы, к сожалению, муниципальное хозяйство разваливалось, передавалось инвесторам, инвесторы не все выполняли свои обязательства взятые. Сейчас будем наводить с этим порядок.